Запустить свое дело с нуля, но под вывеской известной компании, или сделать свой бизнес брендом. Проект «Фабрика готового бизнеса», который стартовал в Нижегородской области, рассчитан и на предпринимателей, которые только начинают свой путь в бизнесе, и на тех, кто хочет расширить границы своего дела и упаковать его во франшизу. Для обучения очень интересно, и действительно хорошие преподаватели читают все эти материалы. Предприниматели, даже те, кто, может быть, не планирует связываться с франшизой, да, а просто хотят развить какие-то навыки и компетенции, получить общую информацию, смогут получить много всего полезного. Участники прослушают лекции и выполнят несколько заданий. Затем им предстоит пройти тестирование. Продолжительность обучения – 72 часа. По итогам все получат сертификаты государственного образца о повышении квалификации. Также у предпринимателей будет возможность принять участие в конкурсе и получить финансирование на покупку франшизы. В прошлом году от Сарова принимали участие 2 человека. В этом планируют привлечь больше предпринимателей. Рассматриваем возможность помогать предпринимателям готовить заявки, чтобы они полностью соответствовали критериям, да, участия в конкурсе, чтобы у них было больше возможностей выиграть, получить средства на паушальный взнос. В прошлом году в проекте приняли участие более 2000 человек из 11 городов. 10 предпринимателей получили сертификаты до 500 тысяч рублей на покупку бизнеса по франшизе. Обучение бесплатное. Подробности можно узнать на сайте мойбизнес52.рф или в Центре поддержки предпринимательства. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.